замечательная фирма группа. Отдельная благодарность Лёше за потрясающие танцы, да, очень круто. Я очень люблю танцевать, но здесь больше раскрепощенности, да, открытости. Илье за его чудеснейший массаж просто, да, Игорь за душевные чудесные утренние практики. Наташа, за твои потрясающие вечерние практики, просто, да, потрясающе, когда мы начинаем вроде заниматься йогой, и потом вот такой вот щелчок, и все. У нас не йога, у нас совершенно другое, мы в отрыве, мы на позитиве, просто что-то делаем невероятное. Вот. Анечка, тебе тоже очень отдельная, огромная благодарность, да, очень много помогла, как и с головой, с мыслями, да, поработать. В принципе, вот, ну, я другая. После Ани я себя почувствовала совершенно другим человеком. То есть, когда мы сидели, это не я. То есть я себя принимаю уже другими. Вот. Любочка, я у тебя не была, но тоже тебе огромную благодарность, да, как мы на девичнике сидели, какая-то была потрясающая, классная лекция. Ты потрясающий специалист, очень много тебя слышно, да? Серёжа тоже нам много очень лекций провёл. Ты сводил сыроедческий ресторан, мы попробовали, что это такое, что это может, да? Сыроедческая кухня тоже быть очень вкусная. Что? Я очень много всего переосмыслила, да? Очень много мыслей, это надо приехать, у меня очень много записей, это еще раз надо будет перечитывать, переслушивать. Ну, в общем, я знаю, что вернувшись в Москву, жизни будет прежде. То есть у меня уже есть планы, как я это буду делать, как менять. В общем, надеюсь, что все получится. Спасибо вам большое. Ну, то есть хотела бы достичь какого-то состояния, как успокоиться, гармонизироваться. А по факту я, вместо того, чтобы получить просто это состояние, потому что состояние очень легко потерять. Я получила кучу инструментов, как добиться этого состояния в городской, в обычной жизни, как его удерживать. И главное, я получила знания и ощущение того, с помощью кого это состояние можно удерживать. И за это огромное спасибо. Я об этом даже не думала, но по факту оно как-то так неожиданно на меня снизошло. И это очень круто, потому что это реально каждый день со мной. И за это вам большое спасибо. Я еще что-то хотела сказать и забыла сейчас. Отдельно спасибо большое мастерам всем. Это, конечно, очень здорово, потому что я понимаю, как тяжело делать это все вдвоем. И когда с вами работают такие мастера, это, конечно, усиливает эффект на нас и в целом. Что хотела сказать? Ну, в общем, для меня ощущение того, что мне зима. Что это такая поездка, из которой вот сейчас меня спрашивают, ну что, наверное, возвращаться не хочешь, напали, типа, вот все дела. А я понимаю, что нет такого, что я хочу все, гори все вообще, там, синий пламя, ни за что я не могу в Москву. Я-то, на самом деле, хочу вернуться, потому что мне не терпится скорее начать вот это применять в повседневной жизни, потому что, на самом деле, реально вот переворачивается, знаете, понимаешь, что все, что делал до этого, это вообще такой тлен, что если я до этого все, я поняла, что все это клиент. Сейчас я окончательно понимаю, что все это клиент. И что есть очень простой способ жить по-другому. И ты сам просто творец своей жизни настолько, насколько я говорю. Просто да. И очень жаль, что не все пока это понимают. И продолжают как-то рассчитывать только на свои силы. И считать, что никто им больше не поможет, кроме самих себя. И большое спасибо вам за это. За то, с какой легкостью вы это нам дали. Потому что, ну, лично мне это вот прямо зашло вот так в палитру с пахарью, с навозом, дохом.